Наш телезритель Илья Гладченко прислал видео о праздновании Дня ВДВ. Свой ролик комично назвал «Десантника каждый может обидеть». Действия разворачиваются на улице Партизанской. Машина с флагом останавливается перед пешеходным переходом. Неожиданно к ладе подбегает молодой человек и выдергивает зелено-голубое знамя. Водитель с пассажиром не сразу понимают, что их ограбили. Чем закончилась эта история, неизвестно. Ну а я напоминаю, что программа «Жесть» продолжает конкурс любительского видео. Если вы сняли интересный ролик, и мы покажем его раньше, чем он появится в соцсетях, то у вас есть все шансы стать нашим победителем месяца и получить денежный приз.